Ну, да здесь действительно запах очень нехороший. Вероника в курортном. Мария приехала уже сюда второй раз, а Вероника впервые. И сейчас мы все вместе отправляемся на биостанцию. Стройка, новые пансионаты строятся, новое жилье. Очень много сдается жилья. Все прекрасно. И вот оно море, наше любимое. Курортная. Сегодня суббота, 5 августа. Погода прекрасная, море чудесное. Просто замечательно. Замечательный пляж в Карадах. Мы видим Карадах и движемся уже к биостанции. Пахнет великолепно, цикады. Может, нам через мостик нужно пройти все-таки? Мария, ты помнишь? Да, нам надо через мост. Мы сейчас идем туда, нам на дельфинарий. Мы шли-шли-шли и пришли к Карадахскому дельфинарию. Стерилизованные кошки. Мама, это стерилизованные кошки. Это шедевр крымский. Понимаешь, оазис такой вот. Короче, заповедник. Вот она сидит, эта цикада, и цикует. Вот Карадах. Вот мы. С разбегу, как я люблю. Thank you.